Привет, YouTube, клип 86. Очень хочу вам сегодня показать, посвятить видеообзор. Сейчас покажу, чему. Та-дам! Дроссельная заслонка. Буду менять. Стоит 1300. Видите, какая расточная, тюнингованная. 56-я. Двигатель у меня 1.6 8-клапанный. Хотел взять, сразу говорю, 52-ю, но во всем городе продается только одна, и то 56-я. Ну, в принципе, можно ее также поставить. Все равно контролировать это все будет ресивер. Он где-то максимум 54 миллиметра. Это где-то 53,5. Так что воздух будет проходить по максимальному радиусу ресивера именно. Вот. Ну, в общем, такая дроссельная заслонка, красивая. Смотрите. Такая уже легкая очень. Тут вот зеркало. Старая дроссельная заслонка все равно. Там уже рыхлые места есть у старой. Воздух сопротивляется. Вот, сейчас, в общем, поставлю сюда, на этот мотор. И посмотрим динамику. Должна быть лучше, потому что вот сам вот продавец поставил тоже такой же дроссель, но он на 16-клапанный двигатель, на 16-клапанный. Динамика намного, говорит, увеличилась. А как у нас мотор 8-клапанный 1.6, он низовой, он на нижних оборотах хорошо рвет, то, что я замечу, это еще больше. Вот, ну сейчас, в общем, поставим новый дроссель. Сначала снимем старый. А, прокладку. Вот такую за 20 рублей. Пронитую вроде. Вот, поставим. И посмотрим, что и как. Так, только для сравнения, смотрите. Вот сток 46 с той стороны. Толстые стенки. Да, толстые стены. Вот тюнинг 56-я. И здесь вот. И здесь. Видишь, бурочка нету. А здесь бурочка. И вот здесь переверни. Вот бурочка. Вот, его стачивает. Вот меряем. 56. 56. Здесь меряем. На выходе. Надо мерить на выходе. Вот самое узкое место на выходе. Вот. 46. На 10 миллиметров разница. И катализатор, то есть и входной коллектор мерим. Сейчас я покажу. Ну вот, у нас 56, считай 54. 2 миллиметра там будет вылазить, ну бог с ним. Ступенька 1 миллиметр. Это сейчас, да, это фигня. Лучше. Датчики перекинем и все поставим. Кстати, вот нашел больное место, трещинки здесь, его под замену в зиму. Так, ну вот, все поставили, все закрепили здесь, супуны, антифриз, все эти тоже супуны закрепили, все ставил на место. Стандартный этот патрубок сюда подходит, прям влезает, и не в натяг, а просто подходит. Вот, сейчас надо, чтобы датчик холостого хода настроился. Сняли клейму на 6 минут. Поставили. Сейчас идемте настраивать его. Так, тут под капотом ничего не лежит. Нет, все. Так, как он настраивается? В интернете прочитал. И мне получилось. Мне раз он сбился. Включаем зажигание, выключаем, считаем до 15, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Зажигание и заводим. Вот 56-й дроссель. Холостые держат, кстати. Ну-ка.
О, на газ меньше надо нажимать. Скажи вон это, а то скажешь, у тебя гремит. А, это у этих все гремит, это не у меня гремит. Вот бродяги, видите? Слесаря. Слесаря наш. Ну да, на газ меньше нажимаешь и газует офигенно. Не бойся, нажми, нажми. Да, свистит. Все работает. Сейчас скатнемся слегка. Сейчас тестируем тебя шестой дроссель. Смотрим дорогу автобус. Говорят, на первой скорости колбасит. Ух ты! Да. Сама пошла. Плавно даже, она все равно плавно даже на кочках, по кочкам идет. Сейчас мы найдем, где разогнаться. Но... На заправку прямо. Да, да, прямо налево. А, на заправку хочешь? Да, там ровно. И там развернемся, да? Я что хочу сказать, на первой скорости она нет рывков никаких. Наверное, рывки у 16-клапанного двигателя, а этот 8-клапан, он грубый, он всегда снизов. Рок, ну, снизов он хорошо себя ведет. Смотрите, вторая. Прям вот хорошо газует. Бля. У нас как дороги переходят, и как тормозят. Да. Ошибок пока никаких нету. Прошивать ничего пока что не надо. Это мозги приняли как свое. Все родное. Устанавливать там тоже не надо, то что дроссель 56 или 52, а не 46. Кто хочет, можете это в настройки сделать. Кто хочет. Так, сейчас. Ну, родной, ну трогайся, ну вперед. Ну, родные. Рожайте, рожайте. Ну не то, что как это, типа, как турбо. Нет. Осторожно здесь. Да, здесь осторожно. Здесь сужение. Сейчас вот, маленько, вот, за город. Резко нажал. За город выйдем. На третий. Это на третий, все. Ну, сразу 90. Небо-земля разница. Конечно, небо-земля. Сейчас где заправка свернем. Это 56 миллиметров. Да, прям небо-земля. Особенно вот, знаете, стартовать небо-земля. Прям вообще идеально. Сейчас привели здесь. Через заправку едем. Ай! Продевали, да. Так, никого нет. Так, пока никого нет, смотрите. Вот с первой, поехали.
заметил. Я думаю, третья. Ну, говорят, вот надо неделю привыкать. Ничего не надо, нормально, ничего надо. Да, не надо привыкать. Если вы машину свою знаете. Если более-менее ты за рулем ездил, свою машину знаешь. Ничего не надо привыкать. Тормози. Кстати, обороты держит, двигатель не горячий, как у других. У кого-то он вскипал. Покажи меня. Никитос. В общем, плюс нулевик и 56-й бросил. Большой плюс. Ну, теперь еще газ мало нажимается. И экономия должна быть, значит. Говорят, процентов 10. Ну, как бы, да, типа, это сравнимо с МД тюнингом. Они вот распиливают, а я просто дроссель поставил побольше. Ну, то же самое получается. Раскручивается прямо с ним, ну классно. Но я говорю, это не то, что вот прям вот офигенный прирост, прям вот не знаю что, как вот, нет. Просто машина реагирует моментально. Просто как вот, как дура. Нажимаешь, лопай сразу. Да она и легко, без натяг, без принужденного идет. Да. Сейчас вот со второй скорости, вот я сейчас маленько разгонюсь, 2500, газ. Третья, и она, смотрите, как идет. Сотня. Хорош. Такой прям спортивный. Кстати, что-то не перестал дребезжать. Ты не заметил? Поменьше дребезжит. Может, мне дроссель дребезжал? Может быть, начал дребезжать. Я тупо не слышу. Тихо. На камере ощущения вот такие не видите, как там к спинке прижимало. Но поверьте мне, к спинке сейчас прижимало. Ощущения такие бодрые. Бодрые, ребят. Поехали. Но она не дергается. Я не знаю почему. Не дергается. Ну так что, подведем итоги. Сейчас я уже все дома сижу, остыл от этой поездки. Все в голове вспоминаю, анализирую. Информации, правда, в интернете мало про этот дроссель. И то там не слишком обширно. Ну вообще, где-то два видеоролика более-менее я там видел. Вот. Ну в общем как. Я говорю, мощность лошадки остались те же самые. Просто начинает подхватывать лучше. Например, когда даже переключаешься там, с первого на второй, с второй на третий, вот этот самый момент ты практически не чувствуешь. Ты переключился, газ в топку, и, фу, и она пошла, там вообще она не дернулась. Если только дернется, то что рывок пошел, сила. Вот. Звук, когда сильно газуешь, звук такой злой становится. Но когда просто едешь ты по городу, там, не гоняешь, ну, звук тоже такой гордый, но не
нет такого ощущения, что прям бум-бум-бум-бум-бум, как говорят, ставит, как будто заднюю банку нулевую поставил. Нет, такого нету. Какой еще плюс? Да, меньше на газ я нажимаю. Вообще меньше, прям там чуть-чуть нажал, и она уже поехала. И что я хочу сказать. Да, 16 клапан двигатель, когда будете ставить, приготовьте то, что у вас будут рывки именно на пониженных оборотах, только когда вы будете трогаться, парковаться, она ее будет вот маленько подкидывать. 8-клапанного такого я не ощутил вообще, как будто, ну вообще практически ничего не изменилось. Ну, можно сказать, даже на такой же, на стандартной дроссельной заслонке, как будто еду, ну просто меньше на газ жму. Она также идет плавно, можно газ сбросить, она на оборотах едет спокойненько, все, сцепление нажал, чуть-чуть газуешь, и прям вообще все очень прилично и очень все ровненько. И как только ты начинаешь открывать полностью дроссель, нажимаешь полностью на газ, вот тут вот, 56-й, он и показывает свою силу. Нажал, я ножу дура, она же полетела, сразу реагирует. А как понять, какие ощущения? Вот вы сядьте, например, на поло с электронной педалью газа, и на такую же поло сядьте с тростиковой. Вот вы и поймете. Электронную педаль газа вы нажимаете, она сначала подумала, потом поехала. Та же машина с тростиковым газом, нажимаете, и она поехала прям быстро. И видите, лошадки они не прибавились, Вот, а реагируют очень бодро и быстро. Вот. Обороты не плавают. Обороты те же самые 900, там 850, 900, 1000, там когда как, там когда слишком сильно не прогрел 1000, а когда сильно прогрел 850, 900. Вот. Ошибки, чек не горит, никакой ошибки нету. Что еще там могу сказать? Она не дергается, нет, такого нету. Двигатель работает ровно, не троит тоже, он не дергается, как в том видеоролике у кого-то там, если я смотрел, у парнишки. Гофра полностью одевается, потому что внешний диаметр, он не изменился, внутри только расточили все, так что она прям влетает и все. Я не знаю, как Жорик Ревазов там одевал с трудом, как ты с трудом одевал, если она просто влетает. Может, тебе какой-то другой дроссель, там какой-то там китайский, они еще сверху увеличили диаметр снаружи. Вот. Датчики. А, еще миф такой. Типа, чтобы был хороший холостой ход, купите от Нивы датчик, от Chevrolet Нива. Когда ставить такой дроссель? Нет, родной поставил датчик. Холостой ход ровно держит. Просто надо его правильно выставлять. На видеоролике там есть, как правильно выставлять. Честно, сам не знал как. Я просто когда дроссель чистил, потом поставил, это еще в прошлый раз, два месяца назад, и все поставил. Вроде все хорошо, хорошо по трассе езжу, приезжаю, обороты 600. Ну, ё-моё, думаю, датчик 500 рублей прилетел, жалко. Ну, хотя я покупал, можно сказать, оригинал, это все, не подделка. Все, хотел уже менять, выбрасывать, уже там старый свой еще, может он был, этот, его поставлю. В интернет залез, там такая же проблема была у мужика, только с Audi. Я там показал, снимаете клемму, 6 минут ждете, клемму одеваете, зажигание включаете, выключаете, 15 секунд ждете, зажигание включаете, заводите, все. И когда эти 15 секунд и выключено зажигание, вот тогда шток выставляется, мозги выставляют. Вот. Я сначала не поверил, но думаю, ну авось, может и получится. Все. Так все сделал, все, обороты вернулись. И никуда уже не уходят. Вот. Так, что еще там можно сказать? То, что не было в интернете, рассказать. Совместно с нулевиком это бомба, классно, но все это вы видели. Кто сейчас скажет, да это ерунда. Ну я вот свою машину знаю, честно. Лучше стал, намного лучше. Я не спорю, не спорю, когда ставите турбину, валы, выхлоп, растапчите голову, кованые поршня. Это другое. Это да, это она взлетит. И как раз вот это вот то, что в купе дроссель, патрубок, фильтр, да. Вот это все, это в купе дает большой прирост к
тюнинговому двигателю. А здесь дает минимальный прирост, но ощутимый. Кто говорит неощутимо, врут, ощутимый. Просто у них убитые движки. Также вы можете мои видеоролики посмотреть, как я слежу за двигателем, как я все эти суппаны чищу, дрестеля всегда чищу. Кстати, насчет расхода, расход. Видели, как я дал просраться ей эти вот 10 минут. Расход 9,5 литров. Но я дал ей просираться тупо. Если я просто буду ездить по городу 8, опять вернется 8, трасса 7-6,5. Вот. Это уже точно. Вот я уже посмотрел 9,5, но я дал ей просираться. И такое ощущение. Вот еще, кстати, вот, ребят, я когда на стандартном дросселе газовал, ну, с нулевиком лучше стало, но когда еще я сейчас помню, до, на старом дросселе, без нулевика, нажимаешь газ, и ты не чувствуешь, что у тебя полностью заслонка дросселя открыта. А тут нажимаешь, и ты прям чувствуешь, вот прям последний миллиметр, как она тынк, и пошел воздух, ты вот уже начинаешь вот это вот ощущать. Ну, я говорю, вот безалаберный этот водитель это не поймет, который меняет то дело машины, который свою машину не знает. А я ее чувствую. Вот те водители, которые чувствуют, попробуйте. Волос, товарищ мой, попробуй. Попробуй, тебе понравится. Тем более ты сейчас вот на мне проэкспериментировал. Кстати, еще один нормальный человек. Забыл, блин, его канал. Вообще классный канал. У него Патрик Патриот. Сергей его вроде зовут. Такой здоровый мужик. Привет тебе. Вот и честное имя твое забыл. Я, кстати, ссылочку скину на его канал. Вот, если у тебя есть возможность на твой Патриот поставить дросселя такие, ну, такой дроссель поставь, увеличенный, посмотри, подумай. Вот ты мне, как бы сказать, подсказал насчет нулевика, как, что и как, я поставил, мне понравилось. А я тебе говорю, вот поставь дроссель на свой Патриот поставь. Ощущение будет, ну, суперские, и у тебя хоть поменьше жрать будет. Потому что я знаю, он тебя нормально жрет, он должен нормально жрать. Вот. Ну, наверное, все из нюансов. И следите за датчиками. Вот у вас там чек-энж, вы, может, какой-то датчик отключили, там, пока что-то меняли и подключили поздно, когда уже завели. Вот. А так, кстати, двигатель не кипит. Есть такой миф, ставишь 54-й, 52-й, 56-й дроссель, двигатель кипит потом. Нет, не кипит. Не знаю, что. Ну, я не знаю, что у вас там случилось. Что-то просто не то, что-то как-то у вас руки, что-то вы не то сделали в этот момент. Может, у вас получилась воздушная пробка, может, у вас термостат говёный. И когда вот эти два подруга сняли, у вас получилась воздушная пробка. Может быть, это из-за этого. Вот, это я миф вот на форуме вчера читал, 3 часа я убил, но я все прочитал. И да, еще раз повторюсь, я хотел честно 52-й дроссель найти, ну, на край 54-й. Вот нашел 54-й, вроде все, по базе он есть, ищем, полчаса ищем, в магазине нет, звоним в одну точку, там тоже нет. Они говорят, может, в другой точке, в точку везли, звоним там, нет. Уже все, уходите, они между собой говорят, вот, мужик, она был 54-й, а вот есть 56-й. Но я значение придал, может, он что-то там про другой. Говорит, мне батек дошел и подошел. А что, говорит, 56-й? Дроссель, что ли? Да. Принесли в натуре, да, 56-й. Есть, слава богу, на 300 рублей дороже. 54-й стоит 1000, а 56-й 1300. Ну, и мы так подумали, что 54-й, там входной коллектор, там будет такая бороздка, там будет миллиметр торчать. Что 56-й тоже будет, ну 2,5 там миллиметра торчит, ну бог с ним, он нам все равно сказал, диктовать вам будет этот диаметр максимальный, который, то есть не максимальный, минимальный, который есть диаметр, это, говорит, входной ресивер. Вот там вот 53,5, у вас будет он работать на 53,5, хоть вы 60 поставите. Вот, ну поставили вот и все. Но он говорит, и он мне сказал то, что побойся этих, этот, обороты подскакать. Ну, не скачет, у него скачет. Ну, надо к нему заехать и сказать, ура, у меня так. Подкупил и все. Можно, кстати, было сточить, эту фасочку сделать. Но это уже прирост. Ну и он нафиг, не хочу я коллектор точить. Еще там стружка какая попадет. Вот, не хочу. Тоже там полазил, кстати, в коллекторе, все чистенько.
Да, и, кстати, вот на том дросселе я давал тоже двигателю хорошо пристираться. И я еще заметил, сапун больно-то не кидается, там практически не был. Был маленький такой налетик. Вот я то, что я говорю, вот после нулевика. Смотрю, вроде чистенько, но вот от сапуна вот маленький налетик. Я сначала с пылью спутал, думал, блин, пыль что прошла. Потом смотрю, не отмазывается. Я говорю, ну идеального гофрия никогда будет чисто. Вот вы какой фильтр не ставите, все равно легкий на пыл есть. Я потому что когда в котлы залез, тогда, когда компрессию проверял, маленько, вот еще на стандартном фильтре, но крупицы какие-то есть, вот их чуть-чуть чувствуешь. Вот, но есть. Это, я во всех так двигателей смотрю, везде оно есть. Ну, потому что он, этот песочек, эта пыль, она везде, ну она пройдет. Она дырочку маленькую, но найдет. Где-нибудь шланг слишком сильно не закрученный, либо с бензином это все идет, либо ну, фильтр он тоже не идеально все этот фильтрует. Есть крупицы, которые меньше, они все равно пролетят. Что через стандартный фильтр пролетят, что через нулевик, все равно они пролетят. Уж вот как вы не бейтесь, не будет там идеально чисто. Нет песка такого, большой крупицы, и слава богу. Есть слегка где-то что-то, может у вас такой слегка такой где-то налет, но не без этого. Просто не без этого. Там не стерильно. Вот когда вы там песку, этот, когда вы там пальцем лазите, смотрите, у вас такой песочек, это жесть. А когда вот так вот, прямочку, она чистая, но смотрите, там слегка такой, как это, пыльца такая есть, но даже не пыль, но рукой даже трогаешь, она не уходит, там такой маленький налет есть, это фигня, и так и должно быть. Вот. Ну все, я так рассказал. Хотя я уже от темы ушел, уже про нулевик. Вот. Если, конечно, купить какую-нибудь подделку за 200 рублей, естественно. Хотя бы за 600 рублей, как я, берите. И нормально будет нулевик. А если за 200 взяли, вот один взял за 200, там у него, да, у него там такие, блин, булыжники торчат. Нет, смысла нет, 200 рублей. Ну что, ну 200 рублей, там одна проволока, там больше нет ничего, фильтрующий элемент нет. Ну так вот, черпайте информацию с этого видеоролика, делайте свои выводы, покупайте. Вот я сейчас реально могу посоветовать покупать эти дросселя и ставьте. Хоть какой. Минимум 52-й, максимум 56-й. У кого тюнячий двигатель, там вообще там уже ресивер здоровый, там валы, все дела, они уже берут от Волги, там где 60-й. И дальше пошло. В общем, все. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте.